Здравствуйте, я Решетникова Катерина. Я проживаю в городе Мелитополе. Мелитополь в переводе с греческого «медовый город». Это очень уютный и чистый городок, который находится на юге Украины. Географическое расположение делает наш город уникальным. Здесь проживают люди более 100 национальностей. Это и сформировало особенную самобытную культуру. В 2008 году наш город был включен в проект Совета Европы под названием «Интеркультурные города». Уже более 10 лет я занимаюсь в народном танцевальном коллективе «Ровесники». И мы, как и все горожане нашего города, принимаем активное участие в мероприятиях по благоустройству, сохранению чистоты и порядка в любимом городе. Уже в этом году мы убирали веренные нам территории Дворца творчества. Мы озеленили территорию и посадили цветы. С приходом весны оживут парки и сады. Вновь черешня удивит своим пышным цветением и спелыми, сочными, сладкими ягодами. Мы гордимся красотой нашего города в любое время года.